Чего ты хочешь, незнакомец? Работорговцы пожаловали! К оружию! Попался! Чего ты хочешь, незнакомец? Ганнибал говорит, надо впускать таких, как ты. Но это мне не шибко нравится. Держи руки на виду и не делай резких движений. Я сейчас спущусь и открою ворота. Ганнибал где-то наверху. Я запру за тобой дверь. Так что не вздумай тут. Я буду приглядывать за тобой. Смотри, куда идешь. А, посетитель! Добро пожаловать в храм Единения. Я не буду спрашивать, кто ты. Пока что мне все равно. Все мы беглые рабы. Я возьму с тебя торжественную клятву, что ты не выдашь нас Парадис Фолса работорговцам. Пока я не получу ее, ты отсюда не уйдешь. Итак, даешь слово? Добро пожаловать, сестра, в храм Единения. Наш дом — твой дом. Твое прошлое — твое личное дело, пока ты служишь нашему общему делу. В знак нашего доверия — вот ключ от ворот. Мы пытаемся создать безопасное убежище для всех беглых. Мы даем пищу и припасы всем, кто к нам приходит, и помогаем им в пути. У нас мало места. Здесь не хватает воды и пищи. Но у меня есть план. План захватить место, которое станет маяком надежды для всех рабов. Я хочу переселить своих людей к мемориалу великого Авраама Линкольна, но мне нужно убедиться, что там безопасно. Я слышал, что там вокруг полно супермутантов. Мы должны сначала послать кого-то проверить. Работорговцы? Боже мой, должно быть, они в курсе наших планов. Сделай все, что нужно, чтобы мемориал был безопасен для моих людей. Поговори с Калебом перед тем, как идти. Ему тоже понадобится твоя помощь. Он был каменщиком. Его почетный долг — восстановить мемориал как можно лучше. Он донимает меня неделями, чтобы я достал ему какие-то нужные вещи. Сейчас у меня нет на это времени. Да хранит тебя дух великого Линкольна. Доброе утро. Ты тут впервые. Я Калеб. Если собираешься тут задержаться, твоя помощь мне не помешает. Ганнибал рассказал тебе о мемориале Линкольна? Ну, он хочет не просто там жить. Он хочет восстановить его. В таком случае пойдут разговоры, и слухи могут дойти до рабов. Однако я не могу восстановить нечто, если я не знаю, как оно выглядело. Мне нужен рисунок или фотография. Да. Что-то может быть в историческом музее. Алехандро говорит, что у них специальная выставка про Линкольна.
Ладно. Thank you.
Рад тебя видеть. У тебя есть снимок? О, да еще и такой большой. Для меня не проблема восстановить мемориал по этому фото. Спасибо. Мы будем благодарны любой помощи от тебя. Все готово? В это трудно поверить. Мы наконец-то готовы осуществить нашу мечту. Начинаем через час. Встретим тебя на месте. Рад тебя видеть.
Попался. Приезжать.